используют соплутья, которые собирают зимой. Среди химического состава ольхи обращает на себя внимание два компонента. Во-первых, это дубильные вещества и йод. Ольха применяется внутрь при поносах различного генеза, например, дизентерии. Ольха применяется внутрь при тиреотоксикозе или при состояниях, когда в организме недостаточно йода, при эндемическом зобе и так далее. Наружно соплодие ольхи применяются при мокнущих экземах.